В августе россияне получат 3 пособия на детей. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса. Получить выплаты можно при условии, если они не поступили в первые 2 летних месяца. К ним относятся следующие выплаты. От пенсионного фонда сумма 10 тысяч рублей. Она предназначена семьям с детьми от 3 до 16 лет. Если семья раньше не получала денег, то в августе возможно получить их сразу за 2 месяца. Это по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Выплаты на детей до 3 лет – это по 5 тысяч рублей в месяц. Если раньше родители не обращались за пособием, то в августе получится по 15 тысяч рублей. Семьи, у которых доход ниже прожиточного минимума, есть возможность получить выплаты на малышей от 3 до 7 лет. Суммы различаются в каждом конкретном регионе. Информацию необходимо уточнять.